Начинаем нашу трансляцию. И сегодня будем катать элитку. Название обновил. Так. Наверное, надо. Ну ладно. Так, и я тут нашел очень хорошую карту. Нашел карту при так при помощи которой можно да. Посмотреть так посмотреть на рарки. Так, где же эта карта? Сейчас. Так. Список редких товаров. Вот. Меня интересует. В общем, идем по списку прям по алфавиту. Оп. Заходим сюда и по идее вот здесь. Хорошо, полетели. Так, по-моему. Что-то подсказывает мне, что это слишком громко. Такой уровень.
поставим громкость. Так. И полетели. Надеюсь, хорошо слышно, никаких фризов нету. Прыжков нам туда лететь. Ну что ж, полетим, почему нет? Fuel scooping complete. Fuel scoop disengaged. Класски. Fuel scooping complete. Fuel scoop disengaged. Полетели. Brake shift drive charging. Так. На самом деле надо сейчас поменять настройки. Я все время путаю клавиши вверх и вниз. Траст, но тыша. V и S. Pitch up будет S. Confirm pitch будет V. Все. Теперь все настроено правильно. Вот так.
привычка менять оси. Поэтому как-то вот так вот. Так, всем, кто присоединился, привет. Доброго вечера, доброго времени суток. Сегодня летаем, развозим рарки. Так, вроде никаких кораблей тут не наблюдается. Полетели дальше. Так, а чего ты не хочешь? Сканироваться не хочет. Disengaged.
Поехали. СТКМ 1.13.41. Вроде как класс Кей, заправиться можно. Пишите как звук, как изображение, лагает, нет. Так, кто-то летает, какая-то поганка. Какой-то криминал. Нафиг с ним. Fuel scooping complete. Он решил свалить. Так, а вот это уже обитаемая система. Fuel scoop disengaged. Класс Кей, можно зарядиться. Так. Баг 7. Так, ну посмотрим, что здесь есть, кстати. Тут у нас есть газовые гиганты, Franklin Vision. Ага. Прекрасно. Ладно, баг 7, это что у нас? Что? High security. Ready to engage. 4, 3, 2, 1, engage. Так. Что у нас тут? Уже начинается. Надо свалить. Так, что у нас тут есть? System map unboxing. Станция. О, не терминал. И, собственно, все. High metal. Тоже high metal.
тоже много, много очень всяких астероидов. Так, Альянс. О, вот Альянс. Что у нас тут? Паряне. Хай-метал. Газовые гиганты. Вольтер Энтерпрайз. Здесь какие-то еще хай-металы. И черти что, короче. В общем, прыгаем в LHS 390. Это предпоследний прыжок. Что у нас тут? Тут у нас две небольшие станции. Ага, и Корблюпорт. Прекрасно. Это, мне кажется, вполне себе по мою душу. Не успел. Так, ну что, заправляемся. Заправляемся и садимся на эту станцию. Fuel scooping complete. Fuel scoop disengaged. Так, очень хорошо. Джулиан Маркет. Сейчас посмотрим, что здесь за рарка и сколько стоит наша.
биота. Планета. Это биота. Окей, пусть будет 3-9. Тормозимся. Сейчас куда-нибудь впишемся. Так, посередке. Да. Посередке. Так, 3-9, ты где? Вот ты где. Шасси. Фикси. Так, скорость. Так, вертикаль в порядке. Теперь горизонталь. Тихо. Оп, горизонталь в порядке. Приземляемся. Так, Галактик Travel Guide 8000 стоит. Так, а где местная рака? Огони пираж. Где такого нет? Кто-нибудь видит? Джулиан Маркет. Гриппер Раш. Салвадж. Может, надо продать? Travel Guide. Что в этот момент? Походу... Карта оказалась ложной. Я здесь не вижу никаких гнипирашев. Ну, зато здесь можно продать насканенное и посмотреть, что здесь за миссия. Так, можно обзавить нельзя. Бундата Деливери. Альянс, во. На Альянс я поработаю. На Альянс теплее. Тем более. Конвей Гудс. Юник. Upon Delivery. И это все лишь 8 световых лет. Файн. Меня устраивает. Так. Что? А, все, Юха.
Итак, открываем. Летим мы вот сюда. Так, давайте в ангар. Сейчас посмотрим, что у нас в аутфитинге. Немного утилити, манифест, киловатт, немного трастеры. И сколько это? 3 миллиона надо заплатить за трастеры 5А. Это слишком дохера. Машина тут третья. Модуль. Что такое? Докинг компьютер. Можно вот сюда докинг компьютер бы поставить. Ладно. Хотелось бы здесь какую-то миссию на миллион. Сразу. Криминал мастермайнд. Ну хорошо. Взлетай. Ну, вперед. Давай масло отменяйся. Так, прилетели. И теперь... Вот туда. Ну нифига себе. Сколько лететь-то?
Точно туда-то. Квендиш. Да. Летели к Дайчес, прилетели к Глиес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять у тебя. Переиграл. Так, у ребенка внезапно кровь пошла из носа, поэтому пришлось отвлечься. Так, скажу, станцию не пролетела. Не страшно. Оп. Вроде вот прямо.
Да, что такое? Все, не двигайся. Так, ну чуть-чуть. Так, чуть-чуть приблизились. Что тут у нас? Alignment. Орка. Кобра. Хабулер. Что? Кораблики так долго загружаются. Но они очень большие кораблики. Почему? Ну? Много вещей. А ты сколько прыжок? А ты будешь прыжок делать? Нет, я уже приземлюсь на стойке. Почему? Чё, почему? Ничего не приземляешься. Я на стойке. А почему сейчас? Так, никаких вражеских. Объектов я не вижу. А почему никаких вражеских объектов? То, что вроде как все нервные. Со скоростью 500 цветов в секунду. И расстояние сокращается примерно на 100 секунд в секунду. Должно быть значительно быстрее это все происходит. Что тут у нас?
152. Лад 69. Вот ничего страшного не происходит. Должно быть все в порядке. Судя по тому, что в чатике ничего не пишут, стрим идет замечательно. Счетов я не дам, так, 6. Да, все-таки 300 тысяч секунд, это очень дохрена. Рейс, Маршин, Трейл, Лейзер, CQC. CQC. Колбасик-то. Я напомню. Он где-то тихонько сканер.
что еще остается? Взялись за контакт. Тормозить. Ожидал я, что я по той звезде прилечу никогда. Скат. Что за корабль у меня? У меня корабль называется Т-7. Да, где он тут? Вот. Type-7 транспортер. Вот такой вот корабль. Торговый. Блин, офигенное здесь расстояние просто. Просто офигенно. Блин, я не ожидал, что настолько огромное. Это не за мной. Контакт рост. Это страшно. Три контакт роста. Тоже не страшно. Сейчас в него. Так, уже кучу времени летим. Не хватает только на разворот его тратить. Да, блин. Планета остановила меня. Планета не захотела. Так, окей. Папа, оу! А какой номер?
Папа, какой нужен уровень, чтобы купить себе самолет? Самолетов нельзя купить, можно купить авианосец. Авианосец. Раз объяснял, нужно кататься на линкоре 3-го уровня, его пройти. А линкор это купить что? Купить линкор 4-го уровня. Так, и куда нам тут? Куда нам тут вклячиваться? У меня есть линкор. Только линкор, который. Линкор третьего уровня, но только. А английский у него флаг у этого. Это не мой. Ну и что теперь? Папа, у меня есть, чтобы купить авианосец, только флаг у него английский. Английских авианосцев нет в игре. Так, стыкуемся. Хорошо. 98. Скан клин. Это будет красиво. Так, главное сейчас никуда не писаться. Опа. Окей. Шасси. Вот как-то так вот, да. Садись давай. Отлично. Так, смотрим. Отлично. Complete friendly. Okay. Source and return. Это что? Suitable market. Прогенитор цел. Да что нет? Прогенитор цел. Что делаешь? Хорошо, прогенитор. Что там с пассажирами? Нафиг. Даже не интересно, нет. Ты кто у нас? Chief Medical Officer. Окей. Сколько у вас? Пятеро. Пятеро это 35 и 102. И кабин. Так. Хорошо. Так,
прогениторы. Что за прогениторы? Прогенитор. Прогенитор целый, это медицина. Прогенит. Так. О, я могу вот эту хрень продать. Отлично. Хорошо. Прогенитор цел, он производится на хай-теч. Зашибись. Ладно, ланч. Прекрасно. Так, надо не забывать, что кабина у меня синяя. О, прекрасно. Это я все. Так, open Galaxy Map. Куда летим мы с пяточком? На incoming mission critical message. Альгерия. Так, ну я понял. Альгерия C7. Так точно. Но она похоже не. Scan detected. Она похоже. Frameshift drive charging. Белобок, белобок. Белобок у нас security high. Refinery. Не пойдет. Немножко сейчас заправимся. Fuel scooping complete. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. И полетим на Арию. Темнари. Тоже тут налёг заправимся. Просканируем тут все. Так.
такая. Это вот... Это кобра мне не нравится. Быстренько сваливаем. Так. Алькеда. Последний прыжок. Frameshift drive charging. Последний прыжок. И куда тебе там? Вот сюда. Fuel scooping complete. 3000 секунд. О, да? Гера C7. Хорошо. Гера History. Поближе подлетим, увидим. Так, пока ничего не видно. Увлекаемся сканированием. О, вот он, где архисты? Нашли. Лагает. Локдаун еще 26 секунд. Надо, значит, еще поменять настройки. Все. Останавливаемся.
Что здесь? Миктурно, ля-ля-ля, хорошо. Так, и что у нас здесь есть за... Что у нас тут есть на станции? Это у нас... Extraction, это Agriculture. Это нам не пойдет. Хорошо. Вываливаем. Ready to engage. Так, куда теперь фигачим? Это где? Вот он. Что она у нас? Тоже экстракшн. Incoming mission critical message. И вот у нас тоже экстракшн. Пролетим мы Хайтеч или не пролетим? Это у нас кто? Вообще непонятно. Это у нас не Хайтеч. Это у нас тоже не Хайтеч. Это не Хайтеч. Так, видно. Ладно, а ты тоже не хотеть. Вообще не занесена. Индастриал хотя бы есть. Да. Ну ладно. Еще могу сказать, полетели что? Frameshift drive charging. Лёв, не трогай мышку, не бей. Она ни в чем не виновата. Так. Что у нас тут?
Хатад. Так, что здесь у нас? Так, а здесь у нас... Да. Fuel scooping complete. Так. А, вот. Я тоже просканировать. Сколько еще? 5 прыжков. Ловлос. Полетим.
Сканирую. Остается 3 прыжка. Так, 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 это уже чего? Это уже жара, что ли? Что? Это уже совсем умно, да? Так. Остывай, остывай. Frameshift drive charging. Объекты. Что за объекты? Ничего интересного. Окей. Fuel scooping complete. Скупим компель. Осталось 2 прыжка. Frameshift drive charging. И второй. Вот это реорта. Надеюсь, поблизости найдем какую-нибудь хай-теч систему. Закупимся там оборудование. И вернем все с выполненной миссией. Так, и вот сюда нам спокойно заправиться.
Отправляемся. Fuel scooping complete. Полетели. Это слоудаун, Что тебе еще? Ну все, вываливаем. Отлично. Мост Эксепт. Так, все окей. Реклейм, все нафиг. Теперь ищем хай-теч мир. Вот он, нет, это индустриал. Это колонии какой-то. Это тоже колония. Это плохой течь. 5 миллионов. Офигеть. Миллиардов. Ты у нас хай течь. Да ты просто прелесть. И всего лишь один прыжок. Да, сваливаем. Так, лететь нам на эти ли есть. Frameshift drive charging. Класс-класс-кей. Окей. Полетели. Так, можно... Fuel scoop disengaged. 200 секунд. Это хорошо. Джордж Лукас.
станция называется. Так, прекрасно, вышли. Так, вижу. Вот. Так. Площадка 2. Так, видно у меня снизу. Видно у меня снизу. О, прекрасно. Где 2? 2. Шасси. Скорость. Прекрасно. Я прекрасен. Я все смог. Садимся. 100 метров. Так, теперь покупаем эти батарейки. О, это рарка. Ух ты, отлично. Покупаем рарку. Да. Рарку. Металлы, минералы, стиль. Не, где мне? Цена-то. Тоже рарка. Вот она, Progression Cell. Mission objective complete. Отлично. И теперь Galaxy Map. Летим мы. Сюда летим. Полетели. Landing gear retracted. Landing coupler deactivated. Be wary of traffic on your way out.
Так. Ну, берет из песни. Сколько прыжков там? 9. Scan detected. 9 прыжков. Грузик сектор. Фреймшифт драйв чарджи. Так, летим. Полетели на жудрил. Так. Fuse.
Заряжаемся. Пирамид. Точно. Да, пирамид. Надо купить колоссальный заряжок. Ой-ой-ой-ой, перегрев. Перегрев — это нехорошо. Так, ну что? Frameshift drive charging. Illicit cargo? Нифига себе. Мне теперь прорываться придется. Все, два прыжка. Это я зачем взял?
Frameshift drive charging. Ready to engage. Two, one, engage. Так, заряжаемся. Scooping complete. Fuel scoop disengaged. Отлично. Опять 25. Ладно, развлекаемся.
Да, не особо. Я смотрю. А, не бей как мышку. Папа, как сразу я закрыл эту игру, сразу зависла. Не зависла, так, что тут у нас? О боже. Да. Лететь еще и лететь. Папа, я хочу есть капусту. Мокрая. Да. Из-за нее всегда я писать хочу. Ну иди писай, Лев.
Папа. Что? Ты знаешь, что я только вспомнил самый добрый конец в песенке, а другую забыл. Начать тебе эту песенку? Начни. По небу лучистая солнышко ушла. По небу лучистая солнышко. Идет. По небу лучистая солнышко идет, да? Отлично. Я включил вот Roblox, а мне она говорит, нет интернета. Нет интернета? Да. Пойдем посмотрим. Так. Еще выбираю под Роблокс. Там было на мультике синяя лава. Синяя лава. Так, надо ребенка уже выкладывать. Сейчас долетим, сядем и будем заканчивать стрим, потому что уже ребенок устал. Что-то джойстик.
Так. Ну что у нас тут? Так, сигнал не сканируется, было бы интересно. Так, куда-то, улетело. Как мне не удается попасть на станцию с первого раза. Так, ну ладно. Ничего страшного. Пойдем со второго. Так, и теперь надо... Окей, как скажете. 17-й, так 17-й. Главное, не скажите. И вот и 17. Фух, похоже, удалось сбежать с сканирования.
Так, смотрим Хессенс. Сорок девять. Подождите. Где? Что-то я не понял. Я же выполнил. А, понял. Вот теперь я понял. А мне надо сначала выполнить вот это еще. Отлично. Получили 200 тысяч. Теперь продать. Вот этих. Какой-то профит. А что еще у меня есть? Все. А, да, еще рекорды там, наверное. Вот, а теперь можно с пассажиров стрясти 300 тысяч. Вот и все. Так, и еще 600 тысяч. Будет стоить. Отлично. Так, чем мы можем зафититься? Вот генератор только 3. Фил скопа 5 есть. На 3. Хорошо. Где они? Фил скопа только 1. Понятно. Всем спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ух, зачем это сделал? Ставьте лайк, те, кто смотрит меня на YouTube. Всем спокойной ночи или доброго дня. Приятного аппетита. Всем пока.